Привет, друзья! Сегодня я не случайно оказалась на трибуне Олимпийского стадиона. Это видео будет посвящено спорту и спортивной лексике. Сегодня мы с вами узнаем целых 11 новых слов. Но начну я, как всегда, с самого простого. Думаю, вы со мной согласитесь, что проще всего запоминаются слова, созвучные с родным языком. И первое слово на нашем пути – это слово «стэд», «стэд», «стадион». Очень похоже на русский. Найдите его в этой красной фразе. Да, оно первое. А последнее слово этой фразы – «эль-олимби», «эль-олимби». Олимби – олимпийский. Очень просто. Остается выяснить, что же написано в середине. В середине слова «аль-марказ». «Аль-марказ». «Марказ» – это центр. Соединим три слова в единую цепочку, получаем «стэд», «аль-марказ», «эль-олимби». «Стадион олимпийского центра». Еще раз найдем слово «эль-марказ» и прочтем. «Эль-марказ Риади». «Эль-марказ Риади». Что такое Риади? Риади – спортивный. Происходит от слова «риада». «Риада» – спорт. А еще «риади» – это спортсмен. Риади – спортсмен. Риадыя – риадыя – спортсменка. Самый популярный спорт у нас в Египте, конечно же, футбол. Куратуль-кодам. Куратуль-кодам. Кура – это мяч, кодам – ступня, то есть мяч ступни. Буквально переводится это название. Также в последние годы люди массово стали увлекаться бегом. Бег – это «эль-джери», «эль-джери». У нас в Египте говорят «эль-гери». Прыжки – «аль-кафз», «аль-кафз». Довольно травматичный вид спорта. Вот соревнования по прыжкам в длину. Вот мне гораздо больше нравится общесиловая подготовка. Аль-аб, аль-кува. Аль-аб, аль-кува. Аль-аб от слова ляба, игра. Аль-аб множественное число, то есть игры. Аль-аб, аль-кува. Кува это сила, то есть игры силы буквально, да? Я бы сказала, это общая физическая подготовка. И самые большие группы на стадионе как раз заняты «Аль-аб аль-кува». Некоторые люди приходят на стадион, чтобы просто походить по треку. «Аль-мэш», «Аль-мэш» – ходьба. Дело в том, что просто так на египетских улицах даже не походишь, поскольку очень скучность большая, много выхлопных газов. И люди приходят на стадион, чтобы просто походить. Вот я люблю походить босиком по траве. Часто специально сюда прихожу, чтобы просто размять ступни. Давайте еще немножко почитаем. Халик маль фарик. Халик маль фарик. Фарик – это команда. То есть оставайся со своей командой, будь со своей командой. Халик маль фарик. Дальше. Тариб. Аль-бутула. Тарик аль-бутула. Тарик – это дорога, путь. А бутула – это соревнование, чемпионат, первенство. То есть можно перевести как дорога к первенству. Тарик аль-бутула. Отсюда батль, чемпион. Батль. А теперь давайте повторим выученные нами сегодня слова. Стэд. Стэд. Стадион. Марказ, марказ, центр.
Олимби, Олимби, Олимпийский. Риада, Риада, спорт. Риади, Риади, спортивный, спортсмен. Куратуль-кодам, Куратуль-кодам, футбол. Кодам, Кодам, ступня. Аль-джери, Аль-джери, бег. Аль-кафс, Аль-кафс, прыжки. Аль-абль-кува, Аль-абль-кува, силовые игры, силовые тренировки. Аль-меш, Аль-меш, ходьба. Фарик, Фарик, команда. Бутула, Бутула, соревнование, чемпионат. Батль, батль, чемпион, победитель, а также герой. А вот и задание со звездочкой для более продвинутых студентов. Попробуйте самостоятельно прочесть и перевести то, что написано здесь. Ну что ж, мои дорогие, надеюсь, это видео зарядило вас энергией и оказалось вам полезным. Пишите в комментариях, какими видами спорта занимаетесь вы. Желательно по-арабски. Физкульт-привет из Египта. До встречи. Пока.